Сережка, где рулёв? Вот Сережка дает, а? Снял сокольники. Сережа, ну я сейчас плакал. Аж душу ты мне... И хочется в Москву ехать, как ты сокольники снял, слышишь? Сокольники, отлично. Там, видишь, богатые бабы. Как было, так и есть. С мэрией бабы, а? Ну, туда надо две бутылки три брать с собой, чтобы познакомиться. Вот хочется, чтобы ты со стороны себе надо было снять, как ты танцуешь. Дать человеку... Ну, не ту, ну, это ладно, когда народу много. Чтоб визитная карточка твоя была. Вот такой журналист. Вообще, запах сокольников ты мне хоть показал. Аж заплакал, Сергей. Серьезно. А чего ты не остался там чуть побольше? В общем, блядь, с утра на ногах. Понял, да? Ну, понял, понял, Сергей. Понял, Серый, там все дорого, блядь. Там надо еду с собой брать. С собой надо еду брать. На эти танцы. Это танцы. Да, и не жру, когда я работаю. Не, с собой сумку взять, еды. Я сегодня сделал 9 роликов. Все их выложил. Ну, супер. Книжек на одноклассниках. Фотографии сделал. Супер, нет, вот до 3 ролика. Ты хотел, чтобы я танцы показал. О. Но не массово, не массово. Ты не показал, что-то они вытворяют. Там вообще они вытворяют что? Я показал, что вытворяет власть с этими танцами. А это я да. Я показал, что отменили льготы. Это сволочи. 65 лет. Это ты молодец. Я сказал, как баба из мэрии кричит, такого не может быть. Вот, я вот. Я сказал, на фотографиях это объявление. Баба, блядь, самая богатая. Я видео показал, и фото. Сволочи там. Осенний парк Сокольников, как ты показал, а? Запах всего. Ух, музыка это. Нет там никакого запаха. Нет там запаха никакого. Ну, конечно, музыка играет. Старуха 84 года. Супер твой репортаж. Ха. Ой, запах. Да там охранников больше, чем... Это суки, суки. Это настоящие суки, охранники. Но потом, вот, когда это... Когда я выступил там один раз. Ну там танцплощадка. Там надо было серые аттракционы снять, американские. Что там вытворяют они? Какие Собянин построил аттракционы для народа. Единственный только в России в Сокольниках аттракционы обалденные. Ну такого больше нигде нет в России. Вот это надо показать. А то и Москва. Нет, тут больше нигде нет, сэр. Жрут. Нет, какие там баб. Сокольники, для того, чтобы пока жрать. Сидят и жрут. Ну, но ты... Сидят быдло и жрет. Ну и пьют. Российское быдло, русское быдло. Сидит и жрут. Пьют, конечно, и не там... Нам бы велосипед взять, бесплатно дают, и прокатиться вокруг, заснять. Ой, шопа, я в костюме был, да я буду в костюме на велосипеде. Ну. Так, я тебе заснял? Нет, Сергей. Нет, отлично, 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 отлично. Супер, супер репортажики он сделал. Сокольников Сергей, это вообще...